Итак, добрый день. Сегодня у нас на обзоре вот такой самодельный проигрыватель из старого CD-дисковода. Вот такого, у которого на передней панели имеется кнопка пуска и паузы. Вот они, кстати, эти кнопки выведены. Это пуск, пауза, ну и выключить сам проигрыватель от сети. Получается, выполнен по принципу виниловых проигрывателей. Также видим на корпусе переключатель. Он служит для переключения сигнала между дисководом и компьютером. Ну, ламповый усилитель для всего. А также выход есть для наушников, чтобы можно было просто усиливать звук через вот этот ламповый усилитель. Что касается самого дисковода, получается, был у меня до этого другой, но вот что от него осталось. Получается, дисковод греется, ну, греется вот эти микросхемы, и видим теплоотводы, которые идут на корпус, а я этого не знал, и получается, не отводил тепло, оно перегрелось, и все, вышло из строя. Вынесена вот эта каретка, к ней присоединена нижняя часть, все наклею. Ну так, я думал, будет быстрее. Так и получилось. Вот, сделал, соединил, все работает. Ну, видим, громко работает довольно-таки. Также вот можно проверить переключение песен. Ну, не буду включать, чтобы YouTube не заблокировал меня. Замена дисков происходит путем отключения. Потом снимаю верхний магнит. Ай, ну я его пустил, не то, ничего страшного. И диск снимаю. Ставим другой. И крепим магнит. Магнит сам был в корпусе. Вот тут сверху. Вот так вот я его достал. Теперь крепится аккуратненько, все четенько читает. Ну, сюда можно для декора еще установить что-то типа иголочки, но то уже как-нибудь в будущем. Можно еще посмотреть, что внутри. Там вообще элементарно все. Сейчас. Внутри у нас установлены все схемы, которые вытащены были из дисковода. Вот тут будет стоять еще радиатор. Вот сами кнопки видим, которые нажимаются, и вон выключатель, который подает питание на блок питания. Блок питания элементарный будет выполнен на вот этом, только на каком-то трансформаторе будет прикреплен диодный мост, а также схема, которая будет, ну тут уже тоже еще один диодный мост будет переделывать напряжение. Вот, видим, на выходе у нас будет 12 вольт. Стабилизатор не нужен, а у нас тут стоит стабилизатор на 8 вольт и на 5 вольт. То есть 12 оно сделает сначала 8, потом 5, чтобы не перегревалась сама микросхема LM7805. Ну, потому что так на ней будет меньше рассеиваться тепла. Всем спасибо, до новых встреч. I'm burning hot.